Сибирь, где площадь лесных пожаров приближается уже к 170 тысячам гектаров, сегодня прибыл глава МЧС, чтобы на месте контролировать ситуацию. Это уже повторная поездка Владимира Пучкова в округ за последние две недели. Начал министр с Иркутской области. Самая сложная обстановка в этом регионе. У озера Байкал в зону сильного задымления попали несколько поселков Ольхонского района. Аналогичная ситуация и на другом берегу со стороны Бурятии. Буквально накануне из-за сильного ветра пламя плотную подступило к населенным пунктам. Тушили даже в пригороде Улан-Удэ. По данным регионального МЧС, в общей сложности в опасной зоне оказались 8 поселков, где проживают 800 человек. Туда были брошены пожарно-спасательные подразделения. Огонь удалось остановить.